Поехала. Все, ну, мы же уже все как бы купили. Так, все, все, я пошла. Одели, сделали, поехали домой. Тогда. Софи, ты уже пошла, все, все, все купила. Дети идут. Привет, дорогие друзья, с вами снова Догмамани, мои собаки Софи и Эйвен. И сегодня мы отправляемся, как вы думаете, куда? Правильно, в зоомагазин. А как вы думаете, зачем? Правильно, за покупками, но все не так-то просто. В общем, как вы видите, у меня на руке два поводка, розовый и голубой, для Софи и Эйвена. Перебегаем дорогу. Как появились у нас эти поводки, вы увидите в другом видео, потому что самое интересное началось потом. В общем, смотрите сами, как все это было. Короче говоря, у нас появились вот такие классные поводки. Мягкие, удобные ручки, ух ты, регулируется длина. Такой качественный нейлон быстро сохнет и не линяет. Что это за фирма такая? Red Dingo? Пошла в интернет, поискала Red Dingo, нашла сайт Pardieru. Оказалось, они официальные представители в России, а Red Dingo это вообще Австралия. Решила заказать поводка мошенники, обнаружила на сайте офигенные адресники. Заказала Софи и Эйвену синие и розовые сердечки и розовые и голубые ошейники под наши поводки. Решила не заказывать доставку и забрать сама. И вот что вышло. Вот так вот. А сегодня смотрите видео до конца, потому что в конце будет еще пост. Мы отправляемся в этот магазин на метро, а вы едете с нами. Поехали! Полную версию влога со всеми героями и реакциями, метро и тем, как мы доехали в зоомагазин и обратно, смотрите по ссылке в описании к этому видео. Понюхать. Кстати, заодно посмотрим, что там в отделе самовывоза, потому что часто мы сталкивались с тем, что в интернет-магазинах нет ничего в наличии. Приближаемся к метро, поэтому сейчас мы будем садиться в подписчик. Кидаю поводки прямо на асфальт, потому что знаю, что они из офигенного нейлона и стираются просто шикарно, быстро и не линяют. Прошу, подождите. Как залезть, а? Смотрите. Я такой расцветки не видел. Мы заходим в метро. 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 Наш поезд. Вот, водный стадион. Мы едем на водный стадион. Как быстро меняются вагоны. Мы вышли на метро водный стадион и идем в Pardieru. По 5 лет уже. Пункт самовывоза интернетного магазина Парди. Перед хорошим человеком двери открываются автоматически. Так, мы пришли в магазин забирать свои ошейники и адресники. Магазин очень большой. Нужно увидеть, что просто вообще все есть. Софи, Эйвен, вы где? Тут, мам, столько всего. Выбор очень большой, рассказывать про все это не буду. У нас просто не хватит времени, чтобы все это показать. Вот он, стенд с Red Dingo. Несмотря на то, что интернет-магазин, все вообще есть в наличии. Блин, сколько здесь цветов. Вариации цветов просто огромные. Мне кажется, таких в России ни у кого больше нет. Просто такого выбора. Так, вот они наши ошейнички к нашим поводкам. Их обрежем и наденем на Ивана и Софи. У Red Dingo просто нереальный выбор адресников. В общем, заказали мы вот такие сердечки. А в итоге Эйвен сказал: я не хочу носить сердечко. Ну, Эйвен, выбирай тогда то, что ты хочешь носить. Вот и выберу. Давай. И он сказал, что он хочет вот такой значок. Ну, хоть все покупай, они все такие классные. Сейчас мы Эйвену и Софи наденем наши ошейнички вот с такими застежками, косточками и вот такие вот адреснички. Эй, вот Софи, идите да, сюда, мама, я да, вам давай, одену ошейник. Так, просто соринка. Софиша, смотри. Что, на что смотри? Твой розовый. Ух ты, ну давай, надевайся Дыру. Уже. Вась, смотри, а твой голубый. Класс, ну давай, надевайте уже, мам, скорее. Класс. Софиша сейчас ошейник. Мой, покажи, мам. Эйвен, ну подожди, ты давай покажет, покажет. Ну ладно. Вот с такой вот косточкой, такой вот розовенький, хорошенький. Ну покажи, а, мам. Голубенький, да. Эйвен, да. Покажи. А тут вот банданы такой, лежат. Да, это ваши старые. Есть еще ошейники с узорами, тоже очень классные. Вот с таким вот британским флагом, с такими сердечками, просто с красивым узором. Зелененькие, коричненькие, розовый горошек. Не только на маленьких есть собачек, есть еще на любой размер, вообще на любую собаку. Плюс размеры регулируются везде. Такие вот более простые для более серьезных псов. А есть вообще просто огромные. Отлично, София. Тебе как раз? Или это скорее на маму ремень, да? Вы увидели реально разницу размеров. Можете посмотреть, что Софишкин ошейник у меня на руке. Вот такой вот маленький. А самый большой ошейник у меня вот здесь на талии. И он мне даже великоват. То есть можно представить, для какой собаки. То есть можно представить разнообразие размеров. От какого размера до какого. А когда будем адресники надевать, мам? Эйвен, ну потерпи. Видишь, вам показывает нашим зрителям, что есть еще. А, ясно, ладно. Ты доволен, Эйвен? Ну да.
Адреснички будут К9 для Эйвена и сердечко для Софи. Они оказались более качественными, чем я даже ожидала. Они очень такие увесистые, тяжелые. Они не звенят, как обычные металлические адреснички. Почему выбирали именно динговские жетоны? Потому что они стальные, покрытие у них эмалью, поэтому они вот так классно переливаются. А еще самое офигенное, что они не ржавеют. А давайте сделаем гравировку прямо здесь у вас. Отлично. Да, Софиш, смотри, что у меня есть для тебя. Покажите мне. Да, вот прикольно. Да, конечно же, синий у тебя будет. Ну, в общем, мы на наших адресниках будем писать телефон и фразу «хочу домой». Делается это прямо здесь. Поводки, кстати, тоже, как и ошейники, могут быть с рисунками, могут быть одноцветные. Рисунков тоже большой выбор, как у ошейников. Самое классное, что все поводки и ошейники, они как бы по сути идут набором. То есть, понятное дело, вы можете купить отдельно поводок и отдельно ошейник. Вот такой вот аппаратик уже нам там надпись делает. Вот это вот наша коллекция поводков, которую мы выбрали. У всех поводков, независимо от размера и модели, вот такие хорошие, удобные, реально мягкие ручки. Вот так вот прямо при нас написали «хочу домой», номер телефона. Ты сказала «домой». Софи. Ну что, уже домой? С таким лицом. Мне показалось, что ты сказала «хочу домой». Иди сюда. Или нет, ты не говорила? Тима, мам, ну ты что, давно прикалываешься, что ли? Прикалываешься тут надо мной. Поводки есть так же, как и ошейники, в самых разных размерах. В том числе есть широкие поводки. Еще у Родинга есть классные очень перестежки. Это для тех, у кого две собаки. Мне даже в кадр не влазит весь отдел. Тут два конца получается. Можно использовать для одной собаки. Для одной собаки можно. А как? То есть это вот к собаке идет. Ага. А вот это вот можно цеплять либо за это колечко, будет длинный поводок. Ага, вот так вот. А вот этот такой вот совсем коротенький поводок для крупных собак, чтоб рядом, чтоб получается вообще длины нет, да, она прям под ногой идет. Вообще, что мне понравилось у Red Dingo, это то, что у них очень качественные материалы, очень качественно все сделано, все швы, они просто идеальные. Все поводки, они все-таки с регулировкой, то есть можно их регулировать, длину. Это прям для меня, мне кажется, шикарный момент. Эй, Иван, тебе уже все сделали, да, пока мама сделала. Не ходила, да? Круто. И он теперь у нас шериф. Он прицепится, Софишкин. Софиш, смотри. Ну смотри, мам, ну давай уже надень. Шикарный ошейник. Да, мам, надевай. Ну, я хочу уже скорее надеть. Клёво, да? Да, я уже готова, давай. Давай. Я уже жду тебя только. Чуть, что размер ошейника можно регулировать. Дай посмотрю-то. Ну смотри. Красота какая. Ой, а, то есть можно это, выбрать форму карабина. Это сидячая собачка, это стоящая собачка, это бегущая собачка. У нас вот такой вот стандартный карабин рендинговский, который тоже снимается. Поехал. Все, мы же уже все как бы купили. Так, все, я пошла. Одели, сделали, поехали домой тогда. Софи, ты уже пошла, все купила. Они из разных размеров, от вот таких вот малюсеньких адресничков и до вот таких вот. В общем, Red Dingo это австралийская фирма, и она нас не разочаровывает. Вот такая, кстати, у них собачка на логотипчике. Давай посмотрим еще. Нет, все, хватит уже, поехали. А то так все можно тут купить. Кто мои собаки? Мама, ты все уже показала? Да, что это? А поводки такое? Показала? Что тут? А ошейники показала? Ивася, покажи адрес. Ай, такой классный. Да. Я теперь шериф, понятно? Все, короче, не спорить со мной. Вот такой вот большой выбор в магазине Pardia.ru от фирмы австралийской Red Dingo, которая нам очень понравилась и полюбилась. Мам, ты от кого прячешься? Пошли домой, мам. Чего тут прячешься? Классный ошейник. Ладно, пойдем. Та-та-ри-та-та-ри-та-ты. Софи, хочешь рогов? Спасибо большое. До свидания. Пошлите. А пока мы идем домой, напишите нам в комментариях адресник, с каким рисунком для своей собачки выбрали бы вы. Эйвена, если бы мама разрешила еще один купить, ты бы какой выбрал? Я не знаю. Ну, может, с божьей коровкой? Или это не по-мужски? Ну, не знаю. Ну и что? Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.